Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, налог на профессиональный доход, с этого года ввели еще в 19 субъектах России, в число которых вошла Нижегородская область. Спецрежим могут применять индивидуальные предприниматели или граждане, которые получают деньги от самостоятельного ведения деятельности, не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников. Оказание косметологических услуг на дому, репетиторы, фото-видеосъемка на заказ, сдача в аренду посуточно или на долгий срок квартир, юридические консультации, перевозка пассажиров и грузов, организация праздников. Сюда же относится и торговля продукцией собственного производства. Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка составляет 4%. Для тех, кто имеет дело с юридическими лицами – 6%. Никакой отчетности сдавать не нужно. Чеки формируются, то есть это все делается в мобильном приложении. До 12 числа вы формируете, то есть чеки, вам приходит сумма налога. Все автоматически. То есть заполнять ничего не нужно. И до 25 числа вы должны будете его заплатить. Существенные плюсы новый налоговый режим имеет, например, для тех, кто официально сдает квартиру. Если ранее собственник платил 13% от суммы ежемесячного платежа, то теперь с него будут вычитать 4%. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Зарегистрироваться можно на мобильном приложении «Мой налог», то есть на сайте налоговой службы, либо в банке. Для этого нужно только паспорт. Налог на профессиональный доход нужно платить, пока сумма дохода не превысит 2 400 000 рублей в течение года. Подробнее о новом режиме можно узнать в операционном зале налоговой инспекции на сайте ФНС России или по телефону 3 68 39.